У этих людей время на доброе дело найдется всегда. В точке кипения представители волонтерских движений города собрались вместе, чтобы поделиться друг с другом опытом. Повод – Всероссийский день добровольца. Подвели итоги уходящего года и обсудили планы на год грядущий. Мы хотели бы сформировать общий такой план волонтерской деятельности на 2018 год, потому что, мне кажется, объединяя вот эти усилия, мы можем больше принести пользу нашим горожанам, нашему городу. На одной площадке встретились и внутривузовские активисты, и общественники. Волонтерское движение «Обними сердце» объединяет ивановцев самых разных профессий, социальных статусов и возрастов. Помогают ребятам, оставшимся без попечения родителей, устраивают в детских домах праздники. За 3 года к движению примкнуло около 250 человек. У всех волонтеров есть семьи, есть свои проблемы жизненные, есть своя работа. Поверьте, все люди заняты, но это нас не мешает нам делать добрые дела и объединяет нас очень сильно, нас сделало семьей всех. А вот студенты из Энергоуниверситета решили общими усилиями помочь первокурсникам освоиться и адаптироваться к студенческой жизни. Волонтеры-кураторы проводят для товарищей по вузу веселые конкурсы, дополнительные занятия, учат быть сплоченной командой. У нас проходит серия кураторских часов, то есть у нас кураторы встречаются со своими первокурсниками и проводят им, ну, в частности, они их знакомят друг с другом, ходят с ними на веревочный курс, они проводят им различные упражнения, которые позволяют группе получше узнать друг друга. Презентовали свои добровольческие инициативы и другие ивановские объединения. Поисковый отряд «Лиза Алерт», благотворительный проект «Мудрые дети», активисты которого организуют досуг престарелых, ивановский волонтерский центр. Все они приглашают горожан вступить в свои ряды и потратить немного времени на добрые дела. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.